Гатчине полиция разыскивает неизвестного, оставившего сумку на Варшавском вокзале. Звонок на службу 02 с сообщением о возможном заминировании вокзала поступил сегодня в 9:35. По словам очевидцев, в зал ожидания Варшавского вокзала зашел мужчина, поставил на свободное кресло заплечный рюкзак и немедленно скрылся. Безнадзорный предмет вызвал подозрение у пассажиров. Они сообщили о нем руководству линейного пункта полиции станции Гатчина-Варшавская, а те, в свою очередь, в Гатчинский линейный отдел МВД на транспорте. В течение 20 минут на место происшествия прибыли силы постоянной готовности Гатчинского городского звена, УВД по Гатчинскому району, Гатчинское отделение ФСБ, сотрудники пожарной охраны 18-го ОФПС, скорая и представители городской и районной администрации. В связи с угрозой теракта все, кто в тот момент находился на вокзале или на привокзальной площади, были эвакуированы. Остановки для пассажирских автобусов и маршруток перенесли за территорию вокзала, а движение электропоездов осуществлялось мимо Варшавской с остановкой только на станции Татьянина. Взрывотехники, в составе которых находился и кинолог с собакой, обследовали беспризорную сумку, однако никаких взрывных устройств внутри нее не нашли. Помимо спецодежды в рюкзаке ничего больше не было, и уже в полдень Варшавский вокзал вновь заработал в привычном режиме. По словам начальника городского отдела ГО ЧС ИПБ Сергея Меркунова, такое происшествие – своеобразная проверка, показавшая в очередной раз, как слаженно и оперативно работают гатчинские службы безопасности.